Всем привет, ребят, с вами Троликс 12. Хочу вам показать, какие еще у вас могут быть эфемеры, о которых вы могли даже, как и я, не знать. Вчера пришел сталкер, и в награду за него выпала эфемера «Дымящееся тело». Никогда я не видел, чтобы со сталкера выпадал такой приз, но в этот раз вот получилось так. Я не знаю, может, это нововведение или раньше мне не везло. После миссии я решил найти, где этот чертеж эфемеры. Набрал эфемера, и мне выбило еще две эфемеры. Оказывается, у меня есть эфемера «Морозная поступь» и эфемера «Шокирующая поступь». Я вот уже «Шокирующую поступь» начал крафтить. И теперь хочу поставить крафтить «Морозную поступь» и «Дымящееся тело». В принципе, для крафта много особо не нужно. Но единственное, придется потратить одну из частей одного из фреймов. Например, эфемера «Морозная поступь» – это Frost-система, а эфемера «Дымящееся тело» – это Ash-система. Хорошо, конечно, что это не праймовские, а простые части, поэтому купить их можно в Дадзё, в одной из лабораторий. Можете найти и купить. Крафтится эфемера это довольно-таки долго. Как Warframe, трое суток. Ну, я думаю, это того стоит. Посмотрим, что это за эфемеры. Единственное, еще не знаю, можно ли их продавать. Но я думаю, можно было до того, как начнешь крафтить чертежи. Если кто-то что-то знает больше, добавляйте информацию. На этом пока все. Всем пока.